Буквально 10 минут назад наши источники шоу-бизнеса сообщил нам трагическую новость о нашей любимой российской певице Максим. Все прекрасно знают, что эта певица долгое время болела. Она несколько раз лежала в больнице с тяжелым диагнозом. Сегодня рано утром случилась очередная трагедия. Многие из нас просто рыдают и не могут успокоиться, так как певица Максим являлась кумиром большинства россиян. Сегодня рано утром в Санкт-Петербурге проходил большой концерт, посвященный молодежи. На этом концерте должна была выступить певица Максим. К большому сожалению, на сцену она так и не вышла. Еще в гримёрке, когда ей делали макияж, Максим стало плохо, и она начала терять сознание. Хорошо, что на тот момент дежурили медики, которые оказали ей медицинскую помощь, осмотрели ее, поставили несколько уколов. Ей было предложено направиться домой для того, чтобы отдохнуть. Чуть позже мы связались с врачами, которые оказывали ей медицинскую помощь. Врачи сказали нам, что после полного обследования, которое ей назначено на следующий день, будет все понятно. А сейчас могу сказать только то, что у певицы Максим сильно поднялось давление и у нее была переутомленность. Давайте, друзья, поддержим певицу. Будем надеяться, что с ней все будет хорошо. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и будьте всегда с нами. До скорой встречи на нашем YouTube-канале.